Ты. И все. Успокойся, стой молча. Ну давай и что дальше? Ребята, как узнать, есть ли Hot Wheels в вашем магазине? Если у вас нету чата с информацией, то для вас есть единственный способ. Печенье с предсказанием. Написано, пора сделать то, что хотел, но так долго откладывал. Наверное, он говорит как раз про это видео, которое мы сейчас снимаем. Достали коробочку в ленте. Это у нас N-Case. Сейчас посмотрим, какого года. Так, ну это старенький, в принципе. Ну ничего, нам прям повезло. Мы пришли. Естественно, на полках ничего не было. Причем пообщались с сотрудницей, она показала лайфхак. Я позже покажу в коротком видео, как узнавать наличие моделей в ленте, не выходя из дома. Я думаю, вам это поможет. Так, N-Case, какой там у нас СТХ-шка? Если вот это, то все, уже облом. Секундочку. Так, вообще странно. Написано N-Case. По идее, должна быть вот такая вот модель. Но вот этой модели здесь не должно быть. Так, походу микс какой-то нам попался. Ну ладно, не расстраиваемся. Просто смотрим какие-нибудь прикольные модельки. Porsche такой маленький. Короче, я сейчас смотрю все возможное, что может быть СТХ-шкой. Ну и вообще смотрим, есть ли что-то интересное, путное. Ну, кстати, вот это ничего считается. Но мне она, конечно, уже не нужна. Model U, жалко не S. Так, ладно, давайте посмотрим, что внизу. Все аккуратненько выложили. И смотрим, что внизу. Вдруг повезет. Так, на первый взгляд все на месте. Эх, смотрим все возможные модели. Акула. Так, что тут еще могло быть возможным по миксу этому? Так, ну, к сожалению, ничего такого прям нету. Сейчас обязательно что-нибудь выберу, потому что, ну, коробку я столько ждал, не буду расстраивать работников. Что-то надо купить. Ну что, мы выбрали две модельки. Сделаем какой-нибудь интересный кастом из нижней, да и из верхней тоже. Так что смотрите на канале. Теперь у меня вышел полноценный ролик про кастом с Мерседесом. Так что смотри, если еще не смотрел это видео. И фидбэк, пожалуйста, стоит ли снимать еще такие ролики. Он достаточно получился интересный, короткий, но, так сказать, динамичный. Вот. Мы направляемся в следующий магазин. 30 штук на длинный, да? Наверное, да. Отлично. Вот четверка. Так, нашли старенький кейс, но на длинной карте. Так, они уже здесь безопасностью. Не. Так, в целом, по коробкам было, что у нас из нормального. Вот, нашли DeLorean, Sky. Так что можно шанс уже есть. Не, я сам. Так, вот, нашли. Так, обычная версия, и, к сожалению. Ладно, давайте пролутаем, посмотрим, что еще есть. Так, ребят, сейчас новый кейс также завезли в другие детские миры. Вот такая моделька может быть. Так что ее ищите, смотрите. Да, видишь, здесь ТХ, типа. Я сижу в башку. Не, в целом здесь полный кейс как раз. Один или два даже. Да? Ооо, по 10 штучек. 70 аккаунтов? Сразу оплачивает и заказывает. Ну, 70 аккаунтов. Вы будете собирать. Не, мы точно? Можем. Вы нас потом не возненавидите, проклинать не будете. Это уже наша проблема. Попробуйте заказать. Ну, вы нас потом не будете проклинать. Так, ладно, я могу сразу вперед забежать. У нас так ребята делают в чате в закрытом. Заказывают по 70 моделей за раз. Да, ну деньги же можно вернуть. Нет, вот. Нет, можем так сделать. Но мне кажется, это ни вам, ни нам не надо. Можете попробовать, вам где-то 1200, потом нам упадет. Ну это с вашей стороны выглядит как вымогательство. Это не вымогательство. Вы отменяете заказ, вас он предоставляет. И все, что вы отменили, процент капает. Вы знаете, у них у всех штрих-код одинаковый. Вам просто закажете 10 машин, а положите 10 одинаковых. Просто... Просто нам нужны определенные модельки, типа таких. Я понимаю, что у них там штрих-код. Вам вынесли все, что есть. Ну, к сожалению, это не все, что есть. У вас даже по базе числится. Некорректный остаток. Ивент будет в августе. Какой? Ивент. Ладно, если ты так хочешь козырять вот этой всей чушью, то к вам 5 числа приехало 4 коробки. Что ты мне хочешь на это сказать? Все, их распродали. Какой, вы их даже не вынесли? Как не вынесли?
Ну вы их даже не вынесли. Они тут висели. Да, конечно. Да. Ну что ты мне тут заливаешь не просто? Не ты, а вы, во-первых, давайте не будем переходить. Ну давайте. Тогда не будем врать, давайте. Не будем переходить. Давайте врать не будем тогда. Я приду, заикаться будет. Вот. Ну ты мне врешь просто откровенно. Слушаешь, ты. И все. Успокойся, стой молча. Ну и что дальше? Ебало, да, надо? Давай. Давай. Так, ребят, ну что, пообщались мы с сотрудниками. Там, видите, угрожать начали. Короче, разбираются они в кейсах, скорее всего, оставили их себе. Ну что, магазин Solaris прямо окончательно скатился. До этого они, мягко говоря, выносили супер неликвид. Вплоть до того, что у них реально висит просто труха на вешалках. Сейчас вот такую историю мы увидели. Ну, весело, весело, что могу сказать. Естественно, на складе все числится, но наличия ничего нет. Все украли, начали там лапшу на уши навешивать, говорят, что... Хотя мы же знаем, что к ним буквально 5 числа поступило 4 коробки. Вот. Но вынесли только одну, и то случайно, которую девушка вынесла, на нее начали, скажем так, агрессивно говорить, что мы не выносим коробки. Ну, короче, я так понимаю, что ей еще и выговор за это сделали, к сожалению. Девушке большое спасибо, что вынесла хотя бы одну коробку, мы там чуть-чуть полутались. Ну а пацаны, конечно, кадры. Нашли в ленте, вот мы находимся в ленте, по цветам вы понимаете. Нашли модельки. Так, кстати, цена дешевле, чем указано на приложении. Здесь есть какие-то модели. Потенциально это могла быть СТХ-шка. Но, к сожалению, это не она. Ну и так даже видно. Давайте вообще взглянем, что тут есть интересное. А, вот еще потенциально могла быть СТХ. Просто я не понимаю, какой здесь кейс. Хотя нам сейчас сотрудник сказал, что сейчас что-то вынесет. Вынесли нам целую коробку, не знаю. Надеюсь, что-то да будет. Так, Pontiac. В целом так видно, что больше ничего путного нету снизу. Ребят, здесь 22 штуки. Ждем коробку. Надеюсь, там будет СТХ-шечка. Так, ребят, смотрим, что у нас тут осталось. Тут у нас что за коробка? Здесь А коробка. Там была другая коробка. Так, если А коробка, то потенциально здесь как раз Ford должен был быть. СТХ-шка. Еще чекнем на наличие СТХ-шки хотя бы. Что ты ждешь? Я думал, залпом повесить. Ну, это сами разберутся. Так, Бэтмен. Ну, конечно, видим, что ничего такого прям крутого нет. Мы же в начале серии взяли неликвид. Нужен нам еще неликвид, как вы думаете? Держатель для денег. Ну, ребят, короче, выбрали мы вот эту модельку. Не знаю зачем, пусть будет. Так, ребят, ну что, зашли мы в ОК, который находится рядом с МКАДом. Смотрим, что тут вообще есть. Ну, кстати, вот это ничего, да? Так, единственный минус, видите, здесь все пробитые модельки. Но плюс то, что здесь крутится все. Уии. Цены даже из СТХ уже падает. Ну как, распак типа. Ребят, к нам вышли, пообщались мы с сотрудником. К сожалению, у них завоз не был 2 недели. Дали нам контактный телефон, так что постараюсь приехать в либо в выходные, либо там в пятницу сюда. И, возможно, что-то добудет. Сказали, что по возможности даже коробочку могут дать, если типа успеем. Ну, мы, скажем так, наглеть не стали, не говорили, что типа оставьте только нам. Вот, позвоним, спросим, договоримся и так далее и тому подобное.